Одна из визитных карточек исторического центра Самары стремительно преображается. На улице Куйбышева продолжается комплексный ремонт. Работы ведутся на участке от улицы Венцека до улицы Вилоновской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году объект приводят в порядок от фасада до фасада. Предусмотрено обновление тротуаров, проезжей части, люков смотровых колодцев и дождеприемников, монтаж бортового камня и многие другие работы. Заботятся и о средствах повышения безопасности движения. Сейчас подрядчик занимается установкой новых пешеходных ограждений. Сначала размечают места бурения, получается, с ям, потом забуриваются на глубину 1 метр, устанавливаются ограждения, и они бетонируются. До этого стояли металлические ограждения, они подверглись воздействию атмосферы, коррозии, ну, и так далее, и не соответствуют архитектурным решениям города. В работе специалисты придерживаются единого стилистического решения. Так, дизайн ограждения схож с дизайном опор освещения и фонарей, установленных на улице Куйбышева в 2021 году и напоминающих стилистику старого города. Аналогичный подход реализуется и в этом году при установке ограждений. Конструкции представляют собой металлокаркас с отдельными элементами из чугуна. Материал отвечает всем строительным требованиям. Он надежный и достаточно прочный. На данный момент установлено порядка 180 метров погонных. К концу июля надеемся все установить. Надеемся, что жители и туристы города оценят множество на данной улице. По словам специалистов, ограждения не только украшают городской ландшафт, но и обеспечивают безопасность. Ведь зачастую виновниками ДТП являются именно пешеходы, которые пытаются перейти дорогу в неположенном месте. Задача конструкций – ограничить выход на проезжую часть. Жители города уже успели оценить перемены. Все новое – это очень хорошо. Мы очень рады, что наш Самара становится новый, красивый. Ограждения, я считаю, что очень здесь к месту. Они и вписываются стилистически в оформление улицы, также обеспечивают безопасность. Хотелось бы, конечно, чтобы побыстрее ремонт закончился, вот, потому что лето, охота наслаждаться уже вот этой вот красотой нашего города, гулять по вечерам. Здесь очень классно сделали освещение. Обновленную территорию важно поддерживать в чистоте. Подрядчик позаботился и об этом. На улице Куйбышева планируют установить новые урны для мусора. Визуально они также поддержат новую концепцию элементов обустройства улично-дорожной сети. Напомним, что ремонтные работы на улице Куйбышева в рамках дорожного нацпроекта завершатся этим летом. А концепцию масштабного восстановительного озеленения в полном объеме планируется реализовать осенью. Улицу будут обрамлять более 90 деревьев с уже сформированной кроной, а также 3400 кустов кизильника и цветники. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.